Вот. Сегодня вот начали, вот первое, что сделали, привезли шифер, 30 листов. Будут начинать, наверное, делать крышу. Ну вот, обустроились, да, вот на полгода нам дали жилье это. Надеемся, через полгода вернемся домой. В общем, живем тихо, у нас мирно все с соседями. Общежитие тихое. Тепло ли, уютно? Тепло. А, как вам новая кровать? Удобная, спится хорошо? Мы сначала не спали, мы дня три вокруг только нее ходили, рассматривали, потом решились. Ну, это я, конечно, шучу, Женя. Очень хорошая кровать, да? Получили ли вы материальную помощь? И в каком размере? Назначили 5000 мне материальную помощь, но еще не получила. А не обосновали, почему такая маленькая? Нет, не обосновали. Мне позвонили соцслужбы и сказали, что столько-столько назначили. Комиссия назначала. Не оставляет ли вас город, помогает как-то, звонит, интересуется? Были несколько звонков от людей, предлагали вещи, руки свои, но уже столько помогли люди с вещами, как говорится, и с предложениями своими, что я просто отказываюсь уже. Достаточно мне помогли. Спасибо. Может, кто в вещах другой нуждается.